Здравствуйте, меня зовут Малика. Я работаю гидом. Родилась в Хорезме, живу в городе Хиве. Сейчас я вам расскажу краткую историю Хорезма. Хорезм – очень древнее государство. Раскопки показывают, что Хорезме более 3000 лет. Первое упоминание о Хорезме мы можем найти в священной книге «Авесту», которая была написана в первое тысячелетие до наших эры. В книгах древнегреческих философов за 4 век до нашей эры можно найти описание Хорезма как «большая солнечная страна». Дорогие друзья, я рада вас встретить в нашем солнечном городе Хиве. До свидания!